Переходим к конкретике, к разбору. А, no, а, no, а, no, а, no, а, no, there's, 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 there's. Можно здесь ре не произносить. There's, there's something, сливается. There are, there, за мной повторяйте. There's some. There are some fin. Или te-te-te-te-te-te thin. Ударная thin, безударная te-te-te thin. Something. I know. There is something. Инды. Инды. Наш читает инзе. Это инды. Инды. I know. There's. There's. There are something. I know there are something in the U, E, I, K. А быстро будет U, E, K. U, E, K. I know there is something in the wake of your smile. Of your smile. I know there is something in the wake of your smile. Agata. Агета, агета, наши читают, I get a, это агета, агета notion, from, наши читают, from the, это не from the дурацкое, это from the, I know, there's something in the wake of your smile, агета, агета no, Агета но, о-о-о-о-о, губы нельзя двигать. Агета но, агета ноушен. Фрим ды. Не фром зе, а фрим ды. Агета ноушен. Фрим ды. Короткое у. Короткое у означает, губы не двигаются. Look. Агета ноушен. From the look. Инья, 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 инья. Не in your, а инья. Я. Это же слово я, yes. Инья. Eyes, или сливается in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, я или ей, я или ей, я или ей. Дальше, you've built a love, you've built a love, you've built a love. Ты построил любовь, но эта любовь falls apart, нестойкая. You've built a love, I know, что что-то существует. I know there's something in the wake of your smile. Когда ты начинаешь улыбаться, I get a notion. Я чувствую, что ты ко мне неравнодушен, когда наблюдаю за look in your eyes, когда наблюдаю за выражением твоих глаз. Да, ты построил любовь, но эта любовь непрочная. You've built a love, but that love falls apart. Разрушается, как бы, валится. Falls apart. Валится, в смысле разрушается. Your little piece of heaven, твой маленький кусочек небес, становится слишком мрачным, сумрачным и темным. Your little piece of heaven turns too dark. Превращается, turns too dark. Слова многозначны. Многие слова имеют сотни значений. Без постановки орфоэпии нельзя выучить нормальный английский. Никакую стилистику речи не освоишь. Ни в какие сроки. Дальше. Your little piece of heaven turns too dark. Прислушайся к своему сердцу. Слушай или прислушивайся, у них одно и то же слово. Listen to your heart. 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 Дальше. Короткое У. У, Н. Дальше. Listen to your heart. When, когда, when he's calling for you. Когда он зовет тебя. When he's calling for you. When he's calling for you. Listen to your heart. Это мы уже слышали. There's, de-de-de-de-de. There's nothing. Не no thing, а nothing. Дальше. Рот нельзя опускать. Элис, Элси, Элс, С. Элс на Ю дает ЛЖ. Элси,
Elsie, 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 listen to your heart. There's, there's это имеется. There's, there are the. Или there's not, there's not, there's nothing. There's nothing else you can do. There's nothing else you can do. I don't know. I don't know. В английском языке нет выражения «у меня есть». В английском языке есть выражение «у меня имеется». То есть нам нужно, если мы хотим точно выражать свои мысли на английском языке, мы должны осознать факт, что когда мы говорим «у меня есть», в английском это должно звучать «у меня имеется». И что бы в английском ни выглядело на уровне «есть», у них слова «есть» как бы вообще нет. То есть «there is», вот как здесь в этой фразе, это и не там, и не есть. А это переводится «имеется». Это не там есть. Это иероглиф, который не имеет, который значение «there» в данном случае не применяется. Вот это два слова – это «ся». «Из» – это «ся». «Имеется». «Имеется». Читается «ы». «Ы-ме». «Ы-цы». Хороший английский или русский может выучить только человек, который начал копировать чужие, грамотные, письменные или устные тексты. Никаких других вариантов нет, не было и не будет. Их просто нет. Кавычка тупо, кавычки закрываются, нет. Listen, listen to your heart. When he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else. Else на you дает же. Else you can do. I don't know. Я не знаю. Наш считает. I don't know. Они нас изображают. I don't know. На самом деле идет так. I don't know. Если быстро произносить, будет просто don't know. Don't know. Это I don't know. Пишу вам в чате. I don't know. Don't know. I don't know. Это I don't know. I don't know. А быстро вообще просто без я. Просто don't know. Не знаю. Don't know. I don't know. Where, where, U, E, A, G, W, это U, where, you are, you are, you are, быстро будет, you, я, ир, я, go, рот нельзя сдвигать, going, going, я не знаю, к чему ты стремишься, я не знаю почему, and I don't know, And I don't know. Это читается не and I don't know, а это читается and I don't know. Вот так. Ну, примитивно написал. And I don't know. Понятно, да? And I don't know. Никаких слов, произносимых раздельно, в английской речи нет. Это вообще не норма, а это вообще непонятно что. То есть, или вы делаете как надо, and I don't know. And I don't know why. Не and I don't know why дурацкое, как учат все преподаватели. And I don't know why. Дальше. But listen to your heart. But listen. Не but listen. Listen. А but listen to ye. Не to your, а to ye. Heart. Before ye tell. Before ye. Здесь решка перед ye не считается. Before ye tell him. Не tell him, дурацкое, а tell him. Если не считается, как во французском, испанском. Before you tell him, goodbye. Sometimes. Нас считают так. Sometimes. Это sometimes. Ударный слог произносится длиннее. Раза в два, три. Some. Это не some, а some. Гнусавое. Sometimes. You wonder. You wonder. Sometimes you wonder. If this. If this. Наши читают. If this. Это if the. If. Пэшка здесь В читается. If this fight. Иногда кажется. Иногда ты начинаешь задумываться на тему. Sometimes ye. Дальше. Наши читают так. Ванда. Это Ванда. Это Ванда. Это польское имя Ванда. А это Wander. Wander. If this,
Это не this, а d-d-d, звук d зубное. If this fight is... Дальше идет сложное слово. Его нужно долго-долго разбирать. Это у-и-жи-фы, worthwhile. Разбирайся на дистанционном курсе подробно. То есть это слово, чтобы разучить это слово, нужно столько же времени, сколько разучить все слова остальные в этой песне. Это очень кошмарное слово, сложное. У-и-жи-фы, worth. Английский не учится, а разучивается. 80% слов легкие, 10% усложненные, максимум. И 10% максимум, обычно 2-3. Это самые сложные слова. Worthwhile – это одно из сложных слов, которые нужно разучивать. Другие слова, которые нужно разучивать. Пара слов. Understand. Наши говорят understand. А это understand, understand, I understand, I understand, я понимаю. I understand, I understand, I understand. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. Ценнейшие моменты все теряются в этом приливе. The precious, это приливе-отливе, то есть кто любит, то не любит, то, кажется, любит, то не любит. The precious moments are all lost in the tide, yeah, yeah, yeah. То есть у них прилив-отлив – это tide, high tide и low tide. Это прилив, low tide – это отлив. Ну, вообще называется прилива-отлив как tide. Lost in the tide, yay. Или волна – это старинное слово «время». Tied. Теперь, they are, это не they are, а they are, they are, swept, 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 смыты, swept away, swept, сметены, в сторону смыты. То есть получается, away это смыть как бы. Swept away, у них приставки и окончания частенько перепутаны местами. They are swept away. And nothing, and, перед, and читается перед, согласны, не читается, как n просто. Потом n на n, n nothing, видите, да? Еще одна n толком не читается. Читается n, такое длинное n. And nothing, not, значит, читает nothing, 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 это nothing, thing, thing. Слово, вещь здесь сливается со словом nothing, ничего. Ничего не происходит из того, что кажется. Nothing is what it seems. The feeling. Что кажется. What it. Это what it seems. Nothing what it seems. The feeling. The feeling. Ощущение принадлежности к грезам. The feeling. The feeling. Of be или be belonging. Слово у нас довольно достаточно редкое. Ну, достаточно. То есть не редко, но достаточно редкое. Belonging. Оно обычно произносится с be. Обычно слово be произносится бы. Begin, например, begin, например, behead, below, там. Ну, а здесь считается be обычно. The feeling of, of считается of belonging. Cia, 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 dreams. D перед re считается же. Dreams. И раздвигается губа. Dreams. То есть английский основан. Норма – это правильная артикуляция. Норма – это правильный ритм речи. То есть норма – это следование, нормативный английский – это следование норме, присущей конкретной группе, социальной группе людей. Если вы туда приходите и говорите не так, то вы белая ворона, и друзей завести или на кого-то воздействовать вы не можете. То есть вы, например, маркетолог, вы, например, диетолог, кто угодно. Вы не сможете работать с англоязычными людьми, потому что вы не владеете нормой. Все, что вы говорите, полнейшая ерунда. Для вас, для них загадка, что вы говорите. А для вас загадка, что они говорят и как они себя ведут. То есть вам нужно мощное введение в культуру, этимологию, орфоэпию, стилистику и прочее в одном флаконе вместе взятое. Если этого не происходит, по частям это не учится. Не по 5 минут. А можно ли учить английский по 15 минут в день? Дальше. You tell them goodbye. The feeling of belonging to your dreams. To your dreams.
Так, теперь читаю заново еще раз. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look. Это все повторять надо, не слушать. In your eyes, yeah. Или я, или yeah. You've. Слова читаются разными способами, в зависимости от различных норм проговаривания и смысла, который ты вкладываешь, пытаешься вложить в то, что ты говоришь. Это все огромный комплекс. Вместо него преподается какая-то профанация, какие-то корявые эти значки на экране, в книжках, какие-то неправильные проговаривания, вообще непонимание ничего, и пойдите делайте домашнее задание. Какое домашнее задание? Я не смог сделать ни единого домашнего задания ни по одному из учебников. Тупо, в кавычках, не смог сделать ничего из домашних заданий. Потому что домашние задания не подлежат выполнению. Домашние задания – это как бы показ того, что педагог имеет над вами силу. Да пребудет с педагогами сила, короче говоря. I get a notion from the look in your eyes, yeah. You've built a love. You've built a. То есть это реальное обучение чтению. Нормативному, правильному, красивому чтению, пению, чему хотите, разговору и одновременно пониманию на слух. You've built a love, but на вед дает ба просто. But that love falls apart. Сплошные идиомы, да? Your little piece, piece of, читается piece he, heaven, he, глухой согласный, читается of. Я little piece, или вообще piece a. Это кусочек. Piece. Если вы губки здесь не раздвинете, получится слово урина. То, что русские говорят. Your little piece heaven turns to dark. Вот я не хочу иметь дело с человеком, который вместо слова штука, kiss, говорит слово моча. Вот не хочу. Вот извините и уходите, типа, да. До свидания. Дальше. Listen to your heart when he's calling for you. Значит, читает for you. Listen to your heart when he's calling for you. Это так не считается. Никакие преподаватели, никто их не учил говорить правильно. Никакой нормы они не владеют. Если в русском не владеют, какая норма в английском? Они русское не владеют. То есть преподаватель английского сначала, перед тем, как стать преподавателем английского, проходил обучение в русской школе, где русскую норму не преподавали. Если русскую не преподавали, какую английскую мог он выучить? Если бы он услышал про английскую норму, он бы начал бы в русском языке, в своем родном, в любом, прислушиваться к норме. И начал бы нормативнее, в кавычках, нормативнее, прислушиваться к тому, как он сам говорит и пишет в русском языке, в родном языке. Они ведь не улучшили норму в русском языке. Listen to your heart when he's calling for you. То ли сердце у них he, сердце, что вполне возможно, товарищ сердце. Listen to your heart. There's nothing else he can do. Если else произносится близко к you, читается else she can do. I don't know where you are, where you going. I don't know where you going. От you are остается одно ye. I don't know where you going, and I don't know why. Я не знаю почему. But listen to your heart. But listen to your heart before you can tell him goodbye. Сначала перед тем, как сказать ему до свидания, прислушайся к своему сердцу. Значит, здесь when he is calling for you, когда он призывает тебя, скорее всего, все-таки речь идет о совете женщине, о том, что нужно прислушиваться к трепетанию и к своему сердцу, к желаниям своего сердца, чувствам. Sometimes на «и» дает «жи». Sometimes «жи». Это не sometimes you, а на
разговорной, такой хорошей, проходной базе говорится норме, говорится sometimes you under, over this fight, то есть worth. Это у-у, или у-ыр, или у-у, worth. У, заранее действительно это готовим. Worth, worth, while. The precious moments are all lost. Надо считать, are all lost. Это are all lost. И рот не возвращается. Are all lost in the tide. Да, yeah. They are, они смываются, they are swept away, swept, орфоэпия, swept away, and nothing is what it seems, they are swept away, 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 значит, это away какой-то, это away, ау, нежгубная у такая, away, w это у, and nothing. Nothing is what it seems, is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Читаю еще раз. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah. You've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven. Turns to dark. Turns, перед to читается turns, оглушается to dark. Listen to your heart. When he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you are going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Надо считать goodbye. Goodbye. Да, у них тут goodbye. Дальше. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah. The precious moments are all lost in the tide. Yeah. They're swept away and nothing is what it seems. What it seems. What? Не what, а what. It seems, what it seems, the feeling of belonging to your dreams, prolonged. Так, дальше. Тут задали вопрос по поводу русского языка. Перевод с русского на английский и с английского на русский осваивается путем качественного чтения, следуя стилистическим нормам параллельных текстов русских и английских, впервые в истории педагогики, потому что никто не в состоянии понятно и точно начитать нормативно, как слова и фразы произносятся на русском языке даже, а не то, что на английском. То есть обычно слова просто подаются вам, как они идут в речи, и предлагается, чтобы вы это скопировали. То есть как, это если, как, если бы выходила Пугачева, начинала петь «Старинные часы», а от вас требовалось, от вас от всех, чтобы вы открыли рот и сразу сели как Пугачева. Даже если вы повторите, что поет Пугачева 800 тысяч раз, вы все равно не споете, как Пугачева. А если я вам покажу, тогда вы споете. Okay. Если вы не знаете, что поет песни, как реально все звучит, вы не споете нормально песню. Вы будете петь «Не думай о секундах свысока, настанет время, сам поймешь, наверное». Для того, чтобы научиться нормально проговаривать или петь, нужно идти в семинарию, идти к иезуитам, идти туда, где учат нормально говорить. В школах и вузах нормально говорить и писать не учат. Listen to your heart when he's calling for you. Это уже было все. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you are going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. And there are это имеются. И имеются голоса. Читаю дальше. Меня слышно, надеюсь, да? But listen to your heart before you tell him goodbye. And there are voices that want, that want, that, наши считают Z, that
that want to be, это want to be. А две ты подряд не читаются. Want to be. Дальше. Написано heard, а читается heard. Heard. То есть как будто буква U написана, как Нюра. Буква U. Heard. И имеются голоса, которые хотят быть услышанными. Хотят, чтобы их услышали. Это просто примитивный проязык. То есть для того, чтобы его освоить, вы должны понять, как, откуда и что. Вы должны просмотреть и проговорить со мной максимальное количество формулировок, которые я даю на различных вебинарах и курсах. Если вы хотите вникнуть в структуру языка, вы можете вникнуть в структуру языка, просто занимаясь по материалу с параллельным текстом. Вот, например, по даме с собачкой. То есть создать билингвально работающий мозг. Ну вот, к примеру, да. Дальше. So much to mention, but you can't find the words. So much to mention, but you can't find the words. So much to mention. Кстати, не хотелось говорить, но ты даже не можешь найти слов. So much to mention, but you can't find the words. The words. Find the читается. Find the. Одно слово произносится. Поэтому дети не знают, что писать. Потом читают слово. Words. Слова. Наш читает words. Это words. Это или words. Это words. Words или words. Как Нюра. Words. И в конце не ТС, а ДЗ. Words. Как церковно-славянском. The scent of magic. Ощущение типа запах. Of magic. The beauty. That's been. The scent of magic. The beauty. That's been. Красота, которая была. When love. When. Когда? When или when. When love. Was. When love was. Быстро будет. Was. Читается was. Это не воз никакой, не вар. Это уз, уз, was, уз. А зависит от степени проговаривания. То есть, если просто человек, то он говорит абы что, если простой человек. А если аристократ, то он говорит то was, то was, то просто the. When love is wilder than the wind. Wilder, то есть, более, когда любовь была более дикой, что ли, чем ветер даже. Ну, то есть, не просто ветер, а прямо бури, не знаю, на солнце. Природные бури. Дальше. Listen to your heart when he is calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where I'm going, and I don't know why. But listen to your heart before. Следующий слайд, пожалуйста. Последний куплет. А это уже прорабатывали. Ладно, прочитаю еще раз. Listen to your heart when he is calling for you. Listen to your heart. There's имеется. Ничего другого. Nothing else he can do. Или else she can do. I don't know where you are going. And I don't know why. But listen to your heart before you tell him. Before you tell him. Не before you tell him goodbye. Что никакой нормальный человек слушать не будет. Before you tell him goodbye. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart. Take it, take it, take it. Listen to your heart. Прими это, прими это. Прислушайся к своему сердцу. Listen to your heart. И так далее. Кстати, давайте песню прослушаем. Есть песня под рукой? Администратор. А слова? Если вы не умеете имитировать слова, вы не умеете, вы не понимаете. Falls apart. For you.
there's nothing. I don't know. Разделила, поэтому him спела. Слова разделила. Tell him, тогда будет уже him. Tell him. А вместе tell him. Worthwhile the precious moments in the tide. Yeah. Anyway, beams. Z. By you. Where you going? Where you going? Молодец. Девочка почти владеет правильно орфоэпией. Но они же не заканчивали школьного института и пажеского корпуса. Певцы. Want to be heard, to mention, but can't find the words, words. That's been. Who's wilder, wilder, when love was wilder. Calling for you. Where you going? I don't know. By you. Goodbye. Отлично. Отлично.